Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим, что такое клумба и что такое бордюр. В широком смысле слова клумба – это любой участок земли, используемый для выращивания растений. В то время как бордюром обычно называют засаженный растениями участок земли, имеющий вид полосы, которая может примыкать к забору, к стене, к живой изгороди, либо идет по контуру той же клумбы или газона вдоль дорожки. Простейший бордюр представляет собой узкую полоску земли, иногда шириной всего 30-45 см. Классический бордюр длиннее и шире, в длину 3 метра, в ширину 1,8 метра. Такие классические бордюры мы можем увидеть в Англии. Они могут примыкать к стене или к деревянной изгороди. Высокие растения традиционно размещают в таких бордюрах на заднем плане, а перед ними высаживают среднерослые и низкие растения, таким образом, чтобы они шли уступом кромки бордюра. Бордюр неправильной формы с плавными очертаниями линий может использоваться для того, чтобы придать саду иллюзию больше глубины. Обычно клумбу размещают в углу сада или вокруг дерева. Островные клумбы, просматривающиеся со всех сторон, как островки на газоне, должна иметь свой собственный стиль. Или все они могут быть объединены одной темой или одним цветом. Чтобы расположить побольше разнообразных растений, они должны иметь диаметр минимум 1,5 метра. Причем высокие растения обычно располагают в середине клумб. Прежде чем выбирать растения, необходимо решить, какой базовый тип клумбы или бордюра вы предпочитаете. С точки зрения используемых растений посадки бывают кустарниковые бордюры, смешанные, травянистые только из растений многолетников, а по своему стилю могут быть и регулярные, нерегулярные, современные и сделанные в сельском стиле. Клумбы или бордюр, засаженные одними кустарниками, ну, как вечно зелеными, так и листопадными, сочетает в себе красоту и необыкновенную легкость в уходе, и поэтому является прекрасным дополнением для любого сада. Клумбы или бордюр, содержащие преимущественно травянистые многолетники, могут прекрасно выглядеть летом, однако осенью и зимой надземная часть растения отмирает, делая посадки практически пустыми. Для получения композиций, сохраняющих привлекательность в течение всего сезона, предпочтение следует отдавать микс-бордерам, представляющим собой смешанные посадки из деревьев невысоких, кустарников, луковичных растений, холодостойких однолетников и неморозостойких цветущих летом многолетников. Thank you.
Только такой вид подбора растений может гарантировать, что эти посадки будут интересны и весной, и летом, и осенью. Самый первый из приятных ощущений, который пронизывает и обращает внимание при входе в сад, это цвет. Искусство составления композиции, продуманной композиции различных растений, заключается в умении создавать ненавязчивые композиции. Определившись местоположением посадок, выбрав свой стиль растений и цветовую гамму, а также сезон, когда будут цвести там большинство растений, он будет наиболее вызывать наибольший интерес, то можно приступить к приятной творческой работе непосредственно с самими растениями. При этом необходимо помнить о площади клумбы и количестве растений, которые вы можете на ней разместить. Важно использовать растения между собой. Во-первых, линейные злаки очень хорошо смотрятся с распростертыми листьями, ну, например, хоста, бадана. Хотела бы на этом попрощаться с вами.